Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас 1094 дня без процентов по кредитке. Топ-3 кредитные карты от Уральского банка реконструкции и развития. Ссылки на кредитки Уральского банка реконструкции и развития находятся в описании к данному видео. Ну а мы сразу скажем, что подбор карт кредитных у БРИР на сегодняшний день очень интересный. Во-первых, здесь какие карты предлагаются? My Freedom карта, да, 120 дней без процентов на любые покупки. Одна, в принципе, одна из самых популярных карт на рынке в настоящее время. Умеренный льготный период, хорошие условия и возможности получать дополнительные плюшки. Карта наличная, она является, ну, в общем-то, практически рекордсменом по длине грейса, да, то есть льготный период 1094 дня без процентов. Снятие и переводы без комиссий тоже, правда, в ограниченный срок, но тем не менее. И для зарплатных клиентов 90 дней без процентов на льготных условиях. Выбор карты здесь в зависимости от того, какие у вас цели, задачи, то есть можно подобрать на любой случай карту. Вот, например, наличная с льготным периодом кредитования 1094 дня. Наиболее такая карта, привлекающая внимание, да, то есть ей интересуются наиболее часто, ну и понятно, грейс длинный. Правда, сумма здесь кредита от 5000 до 150 тысяч рублей. Именно кредитный лимит он устанавливается в зависимости от клиента. То есть анализ клиента идет, если вы зарплатный клиент, минимальный лимит вам больше установят, если нет, то, в общем, поменьше. Ну, в пределах вот этих вот сумм. Выпуск карты бесплатный, срок 36 месяцев, комиссия за обслуживание выставляется к оплате ежемесячно при наличии задолженности. Ну, комиссия начисляется ежедневно по расходным операциям от 1 до 60 рублей в день, из расчета 1 рубль за каждую 1000 рублей суммы задолженности за каждый календарный день использования средств. То есть получается, хоть и без процентов, но существует обязательный ежемесячный платеж 1% от суммы задолженности, ну плюс вот эта вот комиссия, да, она в принципе получается, что все равно определенную сумму списывают как постоянно, то есть нет такого, чтобы вот счет, например, потратили вы без движения там 1094 календарных дня, нет. Но все равно получается выгоднее, чем, например, платить процентную ставку по некоторым картам. То есть получается в общей сложности все равно выгодно. Переводы снятия наличных в банкоматах и кассах у БРИР до 60 рублей в месяц, ну и прочие здесь условия. Все, в принципе, прозрачно понятно. Вот эта карта, она хороша для таких разовых покупок. А вот для постоянного использования больше предпочитают карту My Freedom с льготным периодом кредитования 120 дней. Тут уже и кредитный лимит доходит до 700 тысяч рублей. Выпуск обслуживания карты бесплатно. Ставка годовая на снятие наличных и переводы 49,9. То есть вообще невыгодно это делать. На прочие типы операций по истечении льготного периода 12%. Минимум, да, и 49,9 максимум. То есть, если, опять же, вы хороший клиент банка, уже, например, у вас вклад есть, зарплату вы там получаете, да, и хотите взять кредитку, вам, скорее всего, одобрят в пределах 20%. Это будет вообще очень хорошо. Ну, а если вы впервые с банком дело имеете, можете и максимум получить 49,9. Ну, и льготный период достаточно длинный, 120 дней без взимания процентов. Ну и тут минимальный ежемесячный платеж обязательный и прочее здесь понятно. Ну и то, что касается документов, да, то есть паспорт гражданина, дополнительно справка о доходах может быть предоставлена. Ну, чем больше предоставите документов, особенно если банк вас не знает,
тем, соответственно, лучше. Возраст заемщика не моложе 19 лет на дату заключения договора и не старше 75 лет на дату окончания действия кредитного договора. Но это условно здесь, потому что по факту карта получается до окончания ее действия. Даже были случаи, когда люди старше 75 просто продлевали эту карту дальше и все. То есть, если успели до 75 выпустить, дальше уже пожизненно будете пользоваться. Стаж работы 3 месяца и более, либо опыт предпринимательской деятельности. Ну, здесь, в принципе, понятно. Ну и доход не менее 13 890 рублей. Предложение интересное. Рассмотрите, изучите. Возможно, какая-то из этих карт вам подойдет. Ссылки на кредитные карты Убрир находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.